Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Сегодня хочу показать вам, как выглядят мои ранние посевы перца, которые я сеяла для теплицы. Потому что больше этой возможности не предоставится, я их сейчас распикирую, и они будут выглядеть совсем уже по-другому. Хочу показать, как выглядит именно загущенный посев, который я делаю для последующей пикировки. Вот сейчас вот эти перцы полностью готовы к пикировке. Мы видим, что у них, видите, вот два листика. Сейчас буду вам показывать. Вот два листика настоящих и третий лезет. Почти у всех. У кого-то больше размер, у кого-то меньше, но у всех два листика и третий маленький лезет. Это значит, что они к пикировке полностью готовы. Их можно было бы пикировать и еще раньше, просто у меня не было времени. Вот даже у самых маленьких экземплярчиков, вот два настоящих листика. Все, это полностью рассада, готовая к пикировке. Так как у меня для теплицы, я высаживаю там немного, там по 10, по 20 кустиков. Они у меня все в одном лотке, по два ряда. Некоторые говорили, что они потом перепутаются. Они не перепутываются, они все у меня подписаны и стоят стройными рядами. Ну вот как их можно перепутать? Если здесь написано у меня Патриция, значит у меня здесь... Вот, ой. Вот ряд, видите, стройный ряд Патриция. И вот стройный ряд Патриция. Все, они как солдаты. Вот, кстати, сибирский князь Патриция дали вообще 100% всхожесть. Но это у меня свои семена. И вообще весь лоток взошел хорошо, кроме желтого слона. Но желтый слон, это по моей вине, он у меня не вырос, потому что я в этом году забегалась и забыла оставить себе семена желтый слон. Пришлось по всем коробкам, все старые, прошлогодние, позапрошлогодние, все черные семена собирать и высевать. И вот у меня взошло всего 5-6 семечек, но я рада и им, потому что я боялась, что вообще потеряю этот сорт. Вот так в спешке можно забыть и не собрать для себя семена. Забыть оставить. Остальные вы видите, все семена взошли. Сейчас расскажу вам, как я их обрабатывала. Вот у меня написано «Привикур-привикур». Посеяла 27 января, в конце января. Замочила привикуром и бороздки пролила привикуром. Все, 7 февраля они у меня уже взошли. Через неделю там, ну, чуть побольше недели. И с этих пор я ничего с ними не делала. Не пересаживала, не рассаживала. Видите, какой результат. Дружные ребята, все взошли очень хорошо. Какой бы ряд ни посмотреть. Ну, их и сверху видно, и так видно, что у них нет пустых мест. Они все рядами стройными стоят. И еще специально не стала камеру закреплять, чтобы показать вам грунт. Прошел месяц, видите, грунт какой. Грунт не покрыт никакими плесенями, никакими белыми пятнами. Вот, черный нетронутый грунт. Я его не меняла, даже не рыхлила. Вот до них у меня руки не дошли, помидоры я рыхлила. Видите, он как, видно, что он спрессованный такой от многократных поливов. Раза 4 я их уже поливала. Ничего я с ними не делала. Земля осталась неповрежденной. Никаких, все растения, видите, здоровые, ни одного больного растения, все они хорошие, и они стандартные, по норме. У них высота соответствует их возрасту, и то, что третий лист ползет, вот им же нет еще даже месяца, когда они 7 взошли, сегодня 26-е. Ну, им 3 недели, короче, да, так, 26-е, 7-е. Да, им даже нет 3 недель, они очень хорошие. Дружные. Все, это был просто, никакой темы нет, это был просто видеообзор, как я сею загущенно для последующей пикировки, потому что некоторые боятся сеять густо, но побоятся, что пострадает качество рассады или что-то там. Я на протяжении многих-многих лет делаю загущенные посевы, потому что очень мало места под лампами на стеллажах, все хочется вместить. И сейчас, когда они, я их распикирую, я их тоже буду распикировывать в такую же, в этот же лоток, просто чуть повыше.
И они места будут занимать опять немного. И только потом, когда уже можно будет их на солнце держать в теплице, я их рассажу в отдельные емкости или в теплицу, на теплую грядочку. Таким образом можно вырастить очень много рассады в короткие сроки. Вот, это был видеообзор, как выглядят мои ранние посевы перца сегодня, 26 февраля. Очень хорошие, не знаю, как вам, мне они очень нравятся.